Вот это красота. 27 октября 2020 года. Виноград. Это уже остатки того, что мы собрали. Виноград забыла. Подмосковье. А это земляника. Да, 27 октября. Ослепительный куст спирея около самого крыльца дома. Правда красиво? Ярко-красная. Это калина. Калина красная. Ягоды барбариса стали более сочными. Удивляет жимолость. Вот опять зацвела в октябре. Ай-яй-яй. Все перепутала. Теплый октябрь, вот она цветет. Лимонная мята. Ох, как хороша. Такой запах, аромат. Чайная. Плантация рукколы. Не боится холодов. Горьковатая, сочная для салата. Прекрасно.